В Приднестровском госуниверситете завершился первый этап приемной кампании. Желание учиться в главном вузе республики выразили 2700 абитуриентов, отметили сегодня на первом заседании приемной комиссии. Эта цифра гораздо меньше, чем в прошлом году на 300 заявлений. Связано это с тем, что определенная часть абитуриентов во время экзамена в школе, это по единому государственному экзамену, получили неудовлетворительные оценки. Таких ребят было свыше 500, и согласно правилам, и действующему закону, они не имеют права в этом году поступать, по крайней мере, в университет. План приема на бюджетные места в этом году 1689 человек. Причем в ПГУ уже зачислены медалисты, выпускники колледжей с красными дипломами, льготники и абитуриенты из Гагаузии. На заседании отметили, в этом году дополнительный набор будет, но впервые только для тех, кто желает обучаться на договорной основе. Нам не нужны специалисты любой ценой, просто чтобы мы закрыли вакансии. Речь идет о том, чтобы они способны были решать задачи для системы просвещения, для всех других сфер, здравоохранения, аграрной сферы, промышленности, экономики и так далее. Приемная кампания завершится 30 июля, а дополнительный набор в ПГУ пройдет в 20-х числах августа.